Действительно будет электричество? На два холодильника хватит. Только на два холодильника? И Татьяне. Погоди. А я? Слушай, Гриш, я тут что прикинул? А что, если нам наши огороды объединить в коллективное хозяйство? Колхоз! Живу себе и хорошо живу. Господи, Маринка, сволочь ты, рогатая. Может, мне сойтись с Татьяной, а? Танчила парил. Ага. Ты что, поджениться захотел, что ли? Ты же сам предложил, что вдвоем болеть. Я вообще-то нам с тобой предложил. Я, может быть, дурак, только вот тебе, Гриша, а не Татьяна. Я сам к ней пойду и сосватаюсь. Тут будешь один на лям потянуть. А если хозяйство объединю, моя коза и ее поросяток, мы так же живем, ты сдохнешь от зависти. Ну, что-то там подохнет шарохнется. Давай скорее. Осенью вроде как взять, усторожить дачу собираешься. А сейчас про коллективизацию. А вот как хочешь, так и понимай. А что медальки нацепил? Так они... Тут и висели. Отвох, да! Отвох! Лёх, замолчи ты, Сяшка! Он щемичит чего-то тут! Заткни, ты говорю! Руби, сказал! Вот посмотри на него! Ему ведь ни хрена не стоит тебе башку! Отхреначит! Мы ещё посмотрим, кто последний ржанет! Ага! 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 Вы что делаете, мужики?